Спонсор рубрики «Место происшествия» – частное охранное предприятие «Вектор». Монтаж систем видеонаблюдения и охранной сигнализации. Телефон 522-088. Накануне на перекрестке Советского проспекта и улицы Яналова произошло ДТП. Дорогу не поделили черная иномарка и отечественная машина. По словам очевидцев, бежевый автомобиль проезжал на перекресток в прямом направлении, когда его встретил черный. Вечером во вторник это ДТП на улице Киевской собрало немалую пробку. Водитель «Ситроен» решил объехать затор по встречной. Весело через две сплошные он поехал вперед, где врезался в «Фольксваген». В аварии никто не пострадал. На Ленинском проспекте наш телезритель встретил наглый БМВ. Несмотря на быстрое движение, водитель иномарки решает проехаться по встречной на более высокой скорости. Днем во вторник на Московском проспекте спасатели и полицейские пытались высвободить 9-летнего ребенка из машины. По словам очевидцев, мальчика заметил бездомный. Он находился в заперти больше часа и не отзывался на стук в окно. Сейчас с ребенком все в порядке. Сотрудники полиции выясняют подробности инцидента. Сколько ты угнал велосипедов? Не знаю. Примерно. Около сотни. С очередным похищенным велосипедом этого 15-летнего мальчика полицейские задержали на квартире скупщика еще в ноябре прошлого года. Но после беседы его отпустили домой на время следствия. Хотя не прошло и полгода, как неугомонного коллекционера снова задержали оперативники. Фольксваген, Пассат и Жигули. Это то, что ты сейчас за 5 минут вспомнил, да? Еще. Так, за сегодня ты сейчас вот за последние 15 минут сколько машин вспомнил, что угнал? За последние несколько дней. Признательные показания юный калининградец дал сразу же. Следы преступлений вели в поселок Прибрежный. Там, возле дома по улице Заводской, оказался припаркован автомобиль «Мерседес», который подросток угнал несколько дней назад с улицы Красносельской. Машина была пригнана, вот где полисадники, сейчас их раньше не было. «Фольксваген» был темно-синего цвета. Ну, нашли там, в общем-то, кто угнал, откуда угнали, разобрались. По словам юного любителя бесплатных развлечений, украсть машину – небольшая проблема. Вставил ключ, немного поколдовал и готово. Тем более, если приноровиться и постоянно тренироваться. Сколько ты угнал машин? Объясни, пожалуйста. Примерно. Ну не 100 машин, но в районе 50 ты угнал. Зачем подросток угонял машины, он пояснить так и не смог. В настоящее время задержанный находится в отделе полиции. По данным оперативников, всего за месяц коллекционер успел совершить не менее 6 угонов на территории Калининграда. Полицейские проводят мероприятия по розыску и изъятию угнанных транспортных средств. Светлана Федорова, Екатерина Степанова, служба новостей «Город».